Сложная ситуация, но тем не менее такое в жизни бывает. Когда ты отец и у тебя дочка. Это случилось со Стивеном Мартином. Точнее, с героем Стивена Мартина. Это жесть. Как говорится, не дай бог. Отец невесты, год 1991. Свадьба дочери — то еще испытание для нервов любящего папы. Трогательная комедия с 90-х, со Стивом Мартином. Ну, конечно же, с нашим Стивом Мартином. В смысле, всеобщим нашим. Стив Мартин, Дайан Киттон, Кимберли Уильямс, Пенадия, дырка, как говорится, созрела. Киран Калкин, Джордж Ньюберн, в общем, и другие. А режиссер Чарльз Шайрон. О как! О как! Он подарил нам что? Ловушка для родителей. Он это любит, семейные комедюхи. Любовь прекрасна, но из-за нее можно потерять семью, деньги и рассудок. Жизнь! И премия канала MTV, номинация «Прорыв года. Лучшая комедийная роль». Ну, позарановали. Сборы в США 89, 325, 780. Ну, сами понимаете, цифры относительные. Зрители 21 миллион в пиндоснюхе. Премьера в мире 20 декабря 91-го. Сухие непонятные цифры. Есть вторая часть. Мы сделаем на нее обязательно обзор. Обзор. Для дочери предстоящего... Для дочери предстоящая свадьба — самое торжественное и волнующее событие в жизни. Для ее любящего отца — сумасшедший дом. Во-первых, он расстается со своим обожаемым ребенком. Во-вторых, с немалой суммой денег. В-третьих, ему приходится терпеть родственников со стороны жениха. От этого можно просто потерять рассудок. На свадьбе все были счастливы, кроме отца невесты. Ну, такой себе 5 баллов чисто за актерскую игру, конечно же, Стива Мартина. Но это я не одобряю. Да, вот сложились так обстоятельства, что у тебя дочка, и ты папаша, и ты любишь своего ребенка, и тут тебе приходится, ты понимаешь, что дитё оторвалось, оно уже оторвалось, как говорится, птичка вылетела из клетки, и всё. Да, я даже не представляю эти чувства отца, но у кого такие был, такая была ситуация, то это, конечно, жесть. Поэтому фильм учит, реально фильм учит, чтобы не стать папашей. Это очень все серьезно. Ну что, малыши? Смотрим. Смотрим 91 год «Отец невесты». Знакомство с интересными комедиями. В принципе, да? От режиссера Чарльза Шайрона. Вторая часть не за горами. Друзья, ставьте лайки, дизлайки, подписки, монетки. Мы в эфире. И welcome.